Смотрите, сегодня праздник, сегодня день государственных символов Республики Казахстан. Именно в этот день мы проводим знаменательное событие, посвященное волонтерам международной специализированной выставки «Астана-Экспо-2017». И прямо сейчас, дорогие друзья, звучит гимн Республики Казахстан. Лозунг нашего праздника «Волонтеры лучше всех» нас на Экспо ждет успех! Волонтеры лучше всех нас на Экспо ждет успех! Вот так! Ну а сейчас мы будем давать клятву волонтерам. И вы знаете, я хочу, чтобы в конце, ребят, мы все вместе, дружно с вами произнесли всего три раза всего два слова. Но мы должны пропустить их через душу и через сердце. Это «Ант Етемон». Договорились? Клятва волонтеров. Мен, директоретінде, салтанаты түрде, кодекс принциптерін қасиеті түрде құрметтеуге, адамдарға, қауымға, және мемлекетке көмектесі, еріктілер қозғалысына қатысуға, үлгі тұтар тұлға ретінде болуға, өз елімнің патриоты болуға, топтың лайықты мүшесі болып, еріктер ел бірлігінің рухын құрметтеуге, жүрек үнін тыңда, жасампаздықты жандыра, өрлеуге және өркендеуге, ұлт рухының жандырын жеткізуге ант етемін. Ант етемін, ант етемін, ант етемін. Ну вот с этого момента можно считать, что все, вы волонтеры! Құрметті волонтерлар, қадірлі достар, Астана Экспо 2017 көрмесіне қош келдіңіздер. Ең алдымен баршаңызды бүгінгі еліміздің рәміздер күніменен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Желаю вам успехов. Іске сәт. Рахмет. You know, I can't tell you how hard this country worked for this event, okay? To win it, to build it, to make it happen. Good looking, full of energy, smart and professional. Как уже сказали, сегодня какой-то уникальный объект, и вместе с вами нам предстоит пройти это испытание. Это длинный марафон длиной в 93 дня. Будет очень большая нагрузка, и нам очень нужна ваша помощь, ваша энергия, ваша инициативность, если хотите, ваша смекалка. Астана жастары, дайте дарма!